И вновь, вот уже четвертый год подряд, Центр культуры и интересов города Ихвис собрал в зале концертного дома молодежь, неравнодушную к танцевальной музыке. В прошедшую пятницу здесь прошел традиционный фестиваль молодых диджеев, многие из которых занимаются в школе диджеев города Ихви под руководством Александра Ивасюка. В свою очередь, тот не понаслышке знает, что такое качественный звук и свет, продуманная интересная программа праздника. За его плечами огромный опыт работы на самых разнообразных мероприятиях, от международных спортивных соревнований, вечеринок на открытом воздухе и в клубах до корпоративных вечеров. Именно в школе диджеев молодые ребята осваивают технику диджеинга, знакомятся с разнообразным оборудованием, учатся работать с микрофоном и многому другому. На ежегодном же фестивале, который по традиции проходит в январе, ученики этого весьма специфического кружка демонстрируют свои навыки. Какие еще цели и задачи ставят перед собой организаторы фестиваля, об этом телеканалу «Литес» рассказал инициатор фестиваля молодых диджеев Александр Ивасюк. Этот фестиваль проходит с целью выявления творческого потенциала у нашей подрастающей молодежи. Тем более тех, кого я направляю вот именно в русло диджеинга. Это такое еще не разведанное до конца направление молодежной культуры. Вот я пытаюсь его продвигать. Как могу. Нужно отметить, что на данном фестивале выступают молодые ребята не только с Ихви и Кохлоярви, но и из других городов республики. Помимо диджеев, на мероприятии выступают вокалисты и танцоры. Характерной чертой является и то, что, невзирая на нехватку финансовых средств на проведение подобных мероприятий, организаторы находят возможности для качественного технического оснащения фестиваля. Как, если не здесь, ребята смогут увидеть то, каким должен быть качественный звук и свет, как должна быть оформлена сцена и диджейская стойка, говорит Александр Ивасюк. Я не даю ученикам специальность. Я лишь их направляю в нужном направлении для того, чтобы потом они могли с большим пониманием дела развивать свое хобби, которое порой перерастает в работу. Есть сложности, но есть и люди, готовые помочь вместо тех, кто должен помогать, но по какой-то мне непонятной причине не помогает, отметил Александр Ивасюк. Нужно отметить, что этот фестиваль значим не только тем, что участники выступают на современной технике, но и тем, что ежегодно в нем принимает участие званый гость, ясное дело, профессиональный диджей. В этом году свое мастерство игры на виниловых проигрывателях продемонстрировал известный диджей Санкт-Петербурга, диджей Прайс.